Управление пенсионного фонда в Волховском районе напоминает, что в случае нарушения сроков представления отчетных документов, а также за представление неполных и недостоверных сведений, предусмотрен штраф в размере 500 рублей за каждый несвоевременно представленный или неверно оформленный документ. Также несет ответственность и руководитель страхователя, как должностное лицо, в соответствии со статьей 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа. Сведения о факте работы застрахованного лица, форма с СЗВМ, должны быть представлены до 15 числа следующего месяца всеми страхователями, в том числе не ведущими финансово-хозяйственную деятельность и некоммерческими кооперативами, независимо от факта наличия заключенного трудового или гражданско-правового договора, а также периодичности выплаты им денежного вознаграждения. Сведения о страховом стаже работников, форма СЗВ «Стаж», представляются до 1 марта года следующего за отчетным или на момент ликвидации реорганизации. При обнаружении в представленных сведениях ошибок и несоответствий расхождения необходимо устранить в течение 5 дней. Для оперативной сдачи отчетности рекомендуем страхователям подключиться к системе электронного документооборота и своевременно отслеживать протокола проверки отчетности.